гуляю с козами, идет дождь. Сейчас очень дождливая неделя. Грозы, дожди и ливни. Сейчас утро, пошла гулять с козами. Будем монтировать видео. Даже не знаю, как назвать это видео за прошедшие 2 дня. Люди посмотрят, скажут, что-то какое-то непонятное. Какие-то нарезки, не связанные между собой. Какая-то суета. Вот да, так проходят наши дни. В такой суматохе. И там немножко и это сделали, и туда побежали, и то, и все, и 5-е, 10-е. Вот так мы живем. Так у нас весело. Надо придумать какое-то название. Я не знаю даже. Всегда идет на ум просто много всего. Потому что действительно много чего происходит у нас в день. И как-то его объединить в какое-то одно такое смысловое событие как-то невозможно. Вот у нас для чего эта пристройка. Оказывается, вот для чего. Это вот так со стороны входа, где у нас будет вход там. Один у нас сидит за техникой на коробке из-под инкубатора. И почти в коробке. Это один. Второй у нас сидит за столом. Да, за столом инкубатора. Здесь у нас уже не пенопласт, здесь уже нормальный такой инкубатор. Потом, конечно же, покажем. Вот как у нас служит мебелью нам все что угодно. Ой, опять тут мой ребенок. Опять тут мой... Да. Мой добрый, улыбчивый ребенок. Вот такой. Надо быстро выгружать, сейчас наш замечательный вместительный дом. Это кухня. Это спальня. Это гостиная. Это USB сейчас для 2-го этажа. Здесь у нас гаджеты. USB сейчас будут таскать потихоньку на 2-й этаж. Это комбикорм, козий куриный. Это инкубатор. Это большой инкубатор. Ну, побольше. Не совсем он большой, но побольше. Это называется впихнуть невпихуемое. То, что происходит у нас сейчас дома. Все? Еще? Все? Молодец. Молодец. Ну, бери, Алеша. Я на камеру работаю. Это дверь.
Пеня, сразу бери. Пеня, поднимай вверх. Поднимай вот так вверх. Аккуратно, не порви. Внимательно смотри. И вот лестница тебе, иди. Стой так, стой, пока не шевелись, пока не упал. Со мной приподнимай. Так, залез туда. Ты закрой, отцепись от края, над собой держи. Да. Мам, это куда? Мам. Это? Положи на столе. Ты банан ел? Да. Все, прижимаем. Делай, да. Головой держи. Руками держи. Ему неудобно, он скрючился весь. Что на меня? Тяни! Сюда, не могу. Давай. Давай сюда, блядь. Нет. Ну, могу. У меня сюда. Все, да. Прижал? Да. Гадость, да. Эти, от мышки упаковка. Что тебе не понравилось? Ну, там такие были что? Мерзости нарисованы на других упаковках. Что? Какие? Ну, какие чудища, все в крови, все. Вообще. Не страшно. Почему не страшно? Но зачем это надо? Ну, что, кошек это видела. Шторку это что не отрезала? На качество смотри. Со шторками были? Все, продолжения не будет? Все можно, там как скажешь, тебе, чтобы удобно было. И они мух сюда залетать не будет вообще. Ты вот это бы снял. Вот я бы вот это вот показал. Жизнь в деревне. А они все в шоке. Неотъемлемая часть. Они такого не видели? Да ладно, кто-то там видел. Муху раз. Покушал? Здесь вкусно на улице, да? Вот у нас. Меня только вылезли. Так, тряпка у нас все здесь валяется посередине. Вот у нас пока для чего площадка. Сцена наша. Пока дальше не строили, это у нас сцена. Нелли у нас хлопочет. Принеси воду, труба, в смысле, готова? У нас сломалась плитка электрическая, которая производства Псков. Она не отработала и месяца, поэтому мы здесь развлекаемся второй день на костре. Будем делать вон, там у нас вдалеке стоит баллон, заправили газом, плита. Пока будем подключаться к этому газу, который с баллона. Скоро нам должны провести такой природный газ. А
поэтому пока мы вот... Спасибо, конечно, производителям города Псков. Ну, на костре все очень вкусно, замечательно у нас. Поставили от ветра эти штуки, потому что очень сильный ветер сегодня. Не ломай эту штуку, отнеси наверх и положи туда. Прям мне так нравится, когда вот они на кухне стоят, да, молодцы такие. Конечно. Так все хорошо. Да, что мне говорили, что женщина твоя... А у меня все время на кухне стоит, его не выгонишь. Кого? У тебя. Оль, знаешь, когда я, моя партия вступает, Оль? Посуду. Она посуду, да? Начинается. И скажет она. Да, что я думаю, что ты... Он говорит, пожалуйста. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день, Господь, за эту пищу, Господь, за наши взаимоотношения и общение с Тобой, Господь. Благослови и освети эту пищу, дай нам вкушать с благодарением, прославляя имя Твое Святое во веки веков. Аминь.